руки профессора Дамблдора. Но загадки этой ночи еще не закончились. Профессор Люпин, что случилось? Я сам с этим разберусь! Бегите! Сириус! Петтигрю исчез! Он превратился в крысу! Как он там? По крайней мере, он дышит. Профессор Люпин – оборотень? Похоже на собаку. Наверное, это он. Иди помоги Сириусу. Я позабочусь о Роне. Оставьте его в покое! Он ни в чем не виноват! Экспекто патрону! 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 На долю секунды Гарри показалось, будто он видит какого-то человека, который пытается ему помочь. Неужто это и вправду его отец? Нет, это невозможно. Гарри, с тобой все в порядке? Что стряслось? С Сириусом все в порядке? Где Рон? Мадам Помфри сказала, что с Роном все будет в порядке. Ему просто нужно немного отдохнуть. К несчастью, Сириус Блэк поживает не настолько хорошо. Он заперт в высокой башне. Скоро его передадут дементорам. Я никак не могу этому помешать. Но он ни в чем не виноват. Думаю, это правда. А теперь... Теперь все решит время. Но... Маховик времени. Маховик времени? Сегодня ночью можно спасти сразу несколько жизней. Я хотела все вам рассказать. Ну, как-нибудь. Маховик времени одолжила мне профессор МакГонагал. Я пользуюсь им весь год, чтобы иметь возможность посещать дополнительные занятия. Все понятно. Мы можем воспользоваться им, чтобы вернуться и спасти Клювокрыла. А потом полетим на нем к башне и спасем Сириуса. Только надо быть поосторожнее, чтобы нас не заметили мы сами из прошлого. Клювокрыла держит где-то здесь. Слишком тихо. Ты уверена, что мы перенеслись в нужное время? Гляньте! Это же Клювокрыл! Прекрасно! Теперь давай придумаем, как до него добраться. Надо придумать, как поднять эту платформу! Эпульса! Отлично! Эту плитку можно заколдовать! Осторожнее. Да, верно.
О, нет! Дверь заперта! Что ж, отсюда должен быть выход. Драконий Хорс! Молодец, Гермиона! Ты открыла дверь! Только она слишком высоко, и я до нее не достаю! Отлично! Я посмотрю, что там. Эпульсо! Гарри, клювокрыла там не видать? Пока нет. Алакамора! Эпульсо! Вспомни май! Вспомни май! Привет! Отлично! Нечего сказать! Теперь мы оба здесь застряли! Депульсо! Ректусемпра! Этого кролика можно оживить! Лобифор! Вспомни май!
он! Держись, Клювокрыл! Мы тебя выручим! Депульсо! Гермиона, подожди здесь. Я схожу, узнаю, пора ли спасать Сириуса. Осторожно, Гарри. Прибывая под воздействием маховика времени, Гарри поспешил к озеру. Ему нужно было узнать, кто сотворил заклинание Патронус, спасшее его от дементора. Неужто и вправду ему на помощь пришел отец? Неужели это Джеймс Поттер сотворил заклинание, которое спасло его сына? И тут Гарри понял. Он видел не своего отца, а себя самого. Экспекто патронум! Сотворил заклинание Патронус и прогнал всех дементоров. Это очень-очень мощная магия. Я знал, что у меня все получится, потому что оно уже получилось. По-моему, это звучит странновато. Гарри, нужно спасти Сириуса и вернуться обратно в больничное крыло, пока нас никто не хватился. Отлично! Идем! Но как? Как? Сириус, нужно уходить, за тобой скоро придут. Быстро! Как мне отблагодарить? Давай! Мы непременно увидимся. Гарри, ты настоящий сын своего отца. Новость о побеге Сириуса Блэка разнеслась по школе со скоростью лесного пожара.
Никто не мог и представить, как ему это удалось. Гарри, Рон и Гермиона решили помалкивать о том, что узнали. Кроме того, наступил день экзаменов, и далеко не все были к нему готовы. Рон, я не представляю, как ты будешь сдавать экзамены. Ты же вообще ничего не знаешь. Я? А сама-то? Сама-то сколько копалась в книгах, чтобы защитить клювокрыла? Рон, поверь мне, пожалуйста. Да, во время учебы я использовала маховик времени. Конечно же, я ведь хочу получить все высшие баллы. Она что, все на свете знает? Рон, у меня плохие новости. Экзамен по Карпере Трактум ты будешь сдавать первым. Пойдем в кабинет профессора Люпина. Ну что, пойдем на четвертый этаж по лестнице? Или воспользуемся тайным ходом? Ну вот мы и здесь. Рон, ты как, готов к последнему экзамену? Вам кажется, что мне нехорошо? Удачи, Рон. Встретимся во внутреннем дворе после экзаменов. Пока. Если я не вернусь, считайте меня маглом. А, Рон, ты готов приступить к последнему экзамену? Ну, на самом деле... Ну что ж, тогда начнем. Предупреждаю. Экзамен очень трудный и даже немного опасный. Опасный? Чтобы заработать отличную оценку, ты должен собрать все 5 счетов. Приступай, Рон. Желаю успеха. Карпери Трактум! Карпери Трактум! Да.
Депульсо! Депульсо! Карпе ретрашо! Депульса!
Депульсо! 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 Отлично сработано, Рон. Высший балл. Ты превосходно освоил заклинание Карпе Ретрактум. Спасибо, профессор Люпин. Мисс Грейнджер, надеюсь, вы готовы к последнему экзамену?
Конечно, профессор МакГонагал. И все благодаря маховику времени, который вы мне одолжили. Этот практикум несколько труднее, чем все предыдущие. Хотите получить отличную оценку? Соберите все 5 счетов. Можете начинать. Лапифор! Депульса!
Мисс Грэнджер, вы показали хорошее время, но собрали не все счеты. Оценку можно улучшить, если выполнить экзаменационное задание еще раз. Гарри, вы готовы к последнему экзамену по заклинанию «Глациус»? Я готов, профессор Флитвик. Замечательно. Что ж, правила вам известны. Чтобы получить отличную оценку, надо найти все 5 щитов. Все понятно. О, и Гарри, учтите, экзаменационное задание труднее обычного. Желаю удачи. Huh?
Ректусентра! 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 Гарри, поздравляю! Ух ты! Даже не верится! Гарри, мне было очень приятно преподавать вам уроки заклинания. Мальчик мой, у вас великолепные способности. Просто великолепные! Я рад, что вы пережили последний экзамен. О, это было здорово. Говори за себя, мне теперь долго будут сниться кошмары. Ну что ж, давайте посмотрим, чего вы добились за этот год. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте к работе. Ну что, вернулся? Давай-ка посмотрим, как ты справился с заданиями на семестр.
Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте к работе. Гарри, иди-ка сюда. Что третий курс вот-вот закончится. Куплю у Фреда с Джорджем еще два пароля и домой. О, Гарри, иди сюда. Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Ладно, идет. Вот, Гарри. Если вдруг вам интересно, так у меня есть кое-какие карточки на продажу. Звучит неплохо. Ладно, беру. Спасибо за сделку, Гарри. Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Хорошо, договорились. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. О, я это беру. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Отлично, договорились. Спасибо за сделку, Гарри. Эй, Поттер! Ты коллекционные карточки покупаешь? Отлично, договорились. Спасибо за сделку, Гарри. Гарри, карточку купить не желаешь? Лады, покупай.